Добрый день. Сегодня рассмотрим клок от компании Sengso, который ранее наименовался Shengshou. Magic Lock на упаковке, в стене аниме вся коробочка, по-китайски, ну, в принципе, код товара SY004. Вроде бы так сделано в Китае. Постоянно зрители моего канала знают, что у меня у одного из первых в России появился клок. Вот этот Sengso такой же, но он оказался бракованным. И вот мне прислали другой, заняло это очень много времени. Давайте посмотрим на комплектацию. Сам клок, пластиковая подложка и инструкция. Крупно свернутая, глянцевая, красивая. Здесь по сути туториал по клоку, здесь он же по-китайски. Те, кто не умеет собирать клок, могут по ссылке в описании найти мое обучающее видео по этой несложной головоломке. Коробочку мы убираем и рассматриваем сам клок. По сути, это первый клок серийный, магнитный. И первый, который разбирается не при помощи ножниц или каких-то там диких инструментов, а спокойно отверточкой откручивается. Здесь 4 винтика и внутри еще 2. Его можно полностью разобрать, смазать, что-то там сделать, проверить и прочее. Мне пришлось впервые разбирать клок, когда мне как раз попался бракованный. Смысл брака в том, что вот эта вот шестеренка, которая должна быть на месте угловом, стояла на месте, где ребро. Реберная шестеренка совершенно другая, поэтому клок у меня не вращался. Я до этого ни разу клок не разбирал, поэтому сразу не понял, в чем проблема. Изучал различные обзоры, фотографии внутреннего строения, ну и потом понял, стоило убрать, как клок начал вращаться более-менее, хотя все равно он не идеален. В итоге этот мне остается на запчасти. После долгого недопонимания с продавцом мы пришли все-таки к какому-то заключению. В итоге продавец сам запутался, прислал мне клок. Я так понимаю, там едет еще один и тоже бесплатный. То есть за одни и те же деньги. А мне пришло уже 2 клока, один бракованный, и едет еще третий, наверняка нормальный. Потому что теперь они проверяют все досконально. Проблема, естественно, была не продавца, а изготовителя. Проверить это, ну, было трудно, поскольку клок из коробки вращается туго. То есть вот такое вращение — это уже после смазки. А изначально он вращается туго, даже если он нормальный. Будьте к этому готовы и не пугайтесь. Чтобы смазать этот клок, достаточно его разобрать отверточкой, налить смазки. Ну, я налил уже белый мару на те места, где трутся детали. Ну, много не мало, лишнее вытечет, и вращение становится нормальным. Понятно, что после того, как ко мне приехал клок от Мафанга, этот клок становится совершенно неактуальным. Но куда деваться, так уж вышло. Этот клок новаторский, заслуживает уважения. Ну, то есть это первый серийный клок с магнитами и с разборным корпусом. По строению он мало чем отличается от Лингао. Чтобы разобрать Лингао, он разбирался один раз, потом пришлось его склеивать скотчем. И при разборке даже модификаторы опытные часто ломали корпус, и в итоге приходилось брать новую головоломку. Магазины головоломок и любители делали свои магнитные модификации Лингао, и получалось очень хорошо. У меня есть таких 2. С приходом уже клока Sengso необходимость в них отпадает. Хотя, по правде сказать, модифицированные клоки Лингао, они сразу хорошо крутятся, а для Sengso нужно еще приложить некоторые усилия по разборке и смазке. Это значительно проще, чем на простом Лингао, который, на самом деле, если покрутить достаточное количество сборок, начинается вращаться хорошо, и проблема у него становится только в падающих кнопках. Вполне вероятно, что в скором времени модификация головоломок именно Лингао отойдет на второй план, этим будет уже мало кто заниматься, и наиболее вероятно, что за небольшую доплату
магазины будут предлагать настроить и смазать клок Сенксо. Он стоит недорого, доплатить там пару сотен рублей, и вам в магазине его разберут, смажут и настроят. Настраивать там, конечно, особо нечего, но я заметил, что если чуть ослабить винты, то он вращается полегче. Ну, возможно, это мне так показалось. Давайте перемешаем, послушаем, как он звучит. Звучит он громко, похож, опять же, на Лингао. И проблемы, которые были в Лингао, здесь также остаются. Проблема какая? Если слегка не довернуть стрелочку, то кнопочка не нажимается. Понятно, что с прямыми руками эту проблему можно тоже избежать, но после клока от Mafang это бросается в глаза и слегка мешает собирать. Ну, как-то так перемешали. Давайте соберем. Одна сторона, вторая сторона, уголки. И вот клок собран. Ну, чтобы его собрать, нужно поставить все стрелочки на 12. Ничего хитрого, ничего сложного. По вращению он примерно на одном уровне с магнитными модами обычного Лингао, но здесь он сразу с завода готовый, только без смазки. И, как я уже не раз говорил, мы можем убрать все, что было до этого. Понятно, что обычный Лингао сейчас не актуален совсем, если вы хотите готовую головоломку. И интерес начинают представлять только две модели, а именно Сенксо и Mafang. Mafang где-то раза в два дороже, чем Сенксо, но это абсолютно оправданно. Хотите недорогой клок, и нужно приложить чуть-чуть усилий, чтобы он хорошо вращался, вот, пожалуйста, вам Сенксо. На нем Дима Гундин собирал быстрее, чем мировой рекорд по среднему времени, так что можно делать на нем все, что угодно. Хотите клок, который не доставит вам вообще никаких проблем, это, конечно, Mafang. Есть совершенно другой уровень вращения. Его хочется вращать и вращать, неважно в каком положении кнопок. Усилие вращения минимальное. Можно просто тренироваться и не думать ни о чем. Давайте его тоже соберем. То есть после Mafang Сенксо совсем не интересный, понятно, что я на этом клоке собирать не буду. Но моему сыну внезапно понравился клок. Да, кстати, я собрал на 9. Ага. Вот, на 12 надо. Когда-то я вот так же делал на официальных сборках, на чемпионатах по спидклубингу. Ну давайте починим. Что ж теперь? Так, так, вот все. Что можно сказать? Неплохой клок, но нужно смазать. Разбирать удобно, но винтов 6. То есть, ну, придется на это пару минут потратить. Стрелочки здесь, конечно, как и на Лингао, могут зависать в каких-то промежуточных положениях и кнопочку не нажать. На Чи подобная проблема практически отсутствует. Бюджетный клок, топовый клок. Выбирайте, что вам нужно. Я буду собирать на Мафанге, сыну отдам Сенксо. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.